Наркоман, иди сюда. Так, окей, все, минус один, короче. Ой-ой-ой, а это что? А! Нифига себе. Наркоман, что делаешь? Стой! Наркоман! Нифига себе! Привет, там есть, ребята, и... И, в принципе, сейчас я как бы начинаю, ребята, да, начинаю выпускать ролики почаще пытаться, да, надеюсь, что больше раз в неделю я не буду их записывать, да, и это не связано с моей ленью или из-за того, что я сказал в прошлом ролике, да, то, что, типа, буду снимать ролики, как я захочу, да, это не из-за этого связано, я пытался снять ролик, да, но у меня просто не получалось, да, в принципе, я решил его записать в 1 сентября, я надеюсь, то, что я хотя бы, не знаю, вечером смогу выложить, да, ролик с монтажом, да, вот этот. Я, на самом деле, готовил уже крутой ролик, да, но были некоторые проблемы. Проблемы, точнее... Ой, ёпта. Очень сложно. Я как бы особо сегодня вообще не играл. Каток 5, наверное, да? Фух, ладно, в принципе. Тут, короче, благодаря этому динамиту надо вот так вот делать, да? И... Окей, блин, я, кстати, его никогда не записывал, хотя, ну, это был самый первый фильм, который я играл в лаборатории, когда-то там полгода назад или больше, когда там лаборатория появилась, я даже не помню, если честно, вот есть еще клипер. Огурец? А вот это хороший вопрос. Это норм. Он же за меня, да? Да, он за меня, он братуха, и, в принципе, ладно, ребята, как бы, я не знаю, ну, для меня, конечно, это не праздник, да, 1 сентября, но как бы это считается типа праздником, но это нифига не праздник для меня, да? Потому что, ну, хотя я думаю то, что наоборот ролики сейчас будут чаще, потому что я буду стараться, просто летом же я отдыхал. Одно хп, понимаете? У него осталось 2 сердечка, то есть, ну, 2 хп, и то есть я почти выиграл, и вы что, издеваетесь? Да, конечно. Это попытка номер 2, я попытаюсь затащить, но это не точно, ребята, но и в принципе, ладно, да. Как бы я сейчас уже, если честно, сам хочу выкладывать ролики и стримы, но, ребята, как вы понимаете, то есть бывает такое, то, что я не могу это сделать. И как бы я еще готовлю завтра стрим, но и то не уверен, что он выйдет на 100%. То есть вы завтра следите за каналом, да, и как-то так, да, то есть заходите, я не знаю, днем на канал и смотрите, стримлю я или нет. Если, ну, зайдите на сам стрим, да, я ссылку в описании оставлю на него, да, или в комментариях, не знаю, да, и все будет отлично. Нормально, да, я упал. Я, они что-то разработчики сделали на Хайпикселе, потому что я, когда вот последний раз этот режим еще можно было играть, он постоянно зависал, то есть ты ставил динамит, и ты просто, ну, то есть он не срабатывал, то есть тебя назад телепортировало, да, или что-то такое, если честно, уже особо не помню, что это давно было. И да, как бы сейчас ролики летом не выходили, потому что как бы я ездил, везде отдыхал, да. Пацан, я... Привет. Пацан! Давай ты сюда приедешь. Нет, он не захотел. А, он упал. Да, или нет? А, нет, вроде бы не упал. Ну, короче, пофиг. Да. Мне вообще пофиг, да. Давайте сразу же мы заберем вот этот динамит. Вот им... Ну, короче, вот такой есть динамит. Им тоже можно так вот подпрыгивать. Ладно, зато я не получаю хп от падения. Это очень хорошо, кстати. А, это ботиночка помогает, окей. А то я уже подумал, что это просто... Хорошо, так, а окей. Давайте попробуем его столкнуть. Одно хп у него осталось. Блин, а как мне подняться? Просто, ну, здесь блоки нельзя ломать. Я сейчас докажу это. Ломаю дерево, как вы видите, и просто не могу. То есть, блин, а... Вот это, конечно, проблемка. Ладно, а давайте вот этим попробуем. Давайте. Давай, давай. Вот это, конечно, красиво было. Давай. Опа, 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 опа. И сейчас будет жестко. Окей, я его завалил, завалил. Яблочки, вот это, конечно, хорошо. 7 яблочек, ребята. И 5 эндерпелов. Ой, крикуля, здорово. Так. Ой, я не хочу, чтобы он взрывался. Да? Или она, я же крикуля говорю. Ладно. Так, а где чувак? Нормально я затащил, да? Видимо, он упал, пить, перейдем к следующей карте. Если этот ролик получится маленьким, то я сразу извиняюсь, потому что, ну, блин,
как бы я просто хочу записать его на 1 сентября, да. И, кстати, я насчет Ваймворда даже не знаю. Вот я, короче, заходил сегодня на Ваймворд и такой, типа, увидел осеннее лобби, хотя оно вообще какое-то такое не очень. То есть оно просто изменено на такие более-менее оранжевые цвета и все. То есть вместо, например, синего стало оранжевое. И это, если честно, это расстроило, потому что такое лобби даже я могу сделать. То есть, ну, как бы не даже я, просто как бы то лобби, которое сделали на лето, оно было очень крутым. А как бы это просто они, ну, это даже не новое лобби, они просто его чуть-чуть в осенний сделали, и все. Ну, хорошо, что хотя бы сделали осеннее лобби, да, и сделали еще какие-то там плюшки. Ну, в принципе, ладно, да. Они бы, если честно, бы вот эти разработчики, они бы лучше бы брали бы и сделали бы, ну, например, вот от этого отел, изич, вот этих всяких справляли, типа, я не знаю, мут бы давали бы, или, я не знаю, какой-нибудь бан. Ну, бан не надо, конечно, да. Слова, да, ну все равно, потому что это L-Easy уже, если честно, всех задолбало. И, блин, как бы, я думаю, вы понимаете то, что это нифига не круто. По-моему, сейчас сдохнет. Мне надо валить отсюда, ну его нафиг на самом деле. Так, все, побежал, достигли. Пацан, ну, да. Свалил хорошо вместе с пацаном, он тоже упал. В принципе, нормально, попробую еще собирать. Блин, опять. Кстати, вот со взрывов этот самый падают всякие динамитики, да, поэтому, блин, надо их не убивать, скорее всего, да, просто взрывать. У меня вроде бы особо урон от взрывов не идет с ними, поэтому, думаю, что можно, это мой клипер, я его даже бить не могу. Это, наверное, ну, это хорошо, как бы, плохо, я это не знаю. Но если есть интерпел, он может просто телепортнуть, ну, давай, давай. Ну, блин, динамит дал, ну, пофиг, там обычный, вот, так, вот такой динамит, обычный. Он просто взрывается, короче, да. Поэтому, если вы хотите играть на хайпиксе с, ну, с любым таким динамитом, то вот в этом мини-гейме это как раз все с ними связано. Ой, ёпта. Ну, ты что делаешь на команду? Ты так не делай, пожалуйста. Так, окей, я беру крипулю. Так, крипуля, так, все отлично. И, блин, я не знаю, что с роликами будет. Я надеюсь, что я буду... Я буду стараться хотя бы 2 раза в неделю снимать, потому что сейчас реально будет сложно. Сами понимаете, школа. Хотя, если, ну, я это сейчас летом же я отдыхал, а сейчас я буду, наверное, меньше лениться, да, буду стараться делать ролики, и поэтому они будут часто. Потому что вот когда я создал канал, они выходили каждый день там на протяжении месяца, вроде бы. Ну или почти, честно. Не на протяжении месяца было бы 30 роликов. А так, 30 роликов. Нет, блин, что это такое, капец? Короче, я останавливаю запись, потому что я не могу привыкнуть к этому бодикаму, да, который лицензионный, да. Я уже записываю, блин, 2-й раз, говорю вот про это, поэтому мне уже сложно, короче, говорить. Уже 1-й раз я нормально сказал, сейчас уже туплю, как-то я говорю тупо. Ну ладно, в принципе... Окей, так, хорошо, что у меня нету анимации, а то было бы вообще все плохо, да? Она как бы есть чуть-чуть, ладно. Окей, давайте сыграем последнюю каточку. Я надеюсь, то, что минут на 10 вышло, да? А то, скорее вас, я помню, там 5 минут был. Там, ну, вот последняя серия вообще была 7 минут, 6. То есть это очень мало. Ну, потому что меня тогда бомбило. То есть я хотел сделать нормальный ролик. Я надеюсь, то, что этот получится минут на 10. Ну, в принципе, ладно. Так, окей, мы вот так вот... Да, блин, вот капец! Ну, давайте, я не знаю, попробую сделать еще один ран, что ли. Я даже не знаю. Я это даже вязать не буду, короче. Ну, его нафиг, да? Блин, вот как-то так, ребята. То есть, реально, я не могу привыкнуть к этим динамитам, как они работают. Это сложно, если честно, привыкнуть. Ну, или, по крайней мере, мне, да? Я уже, блин... боюсь что-нибудь дичь какую-нибудь сказать, да? Что-нибудь неправильно сказал, ну, да. Ладно, опять эта карта, вы издеваетесь, да? Ну, хуже уже не будет. Будет. Ну, видимо, издеваетесь, да. Видимо, издевается Хайпиксель, да. В принципе, ладно, да. Я тут такой веселый, как бы сейчас 1 сентября, что тут веселого должно быть, да? Вообще ничего веселого не должно быть. Поэтому не ждите, наверное, много смешного монтажа, да? Хорошая шутечка, братан. Скорее всего, будет. Я знаю, где можно вставлять, да? Такие шутки. Ну, ладно, так, опа, чувачок.
Ёпта! Так не делай, пожалуйста, пацан. Так не делай. Вы так не делайте. Хватит бомбить. Бомбить, чувак, это некрасиво. Бомбить. Может быть красиво. Хватит, да дайте мне с этим ппкаться-то нормально уже. Что за нечестность, алё? Что за несправедливость какая-то? Так, все. Кто опять? Вы издеваетесь, ребята, это опасно. Я делаю третий кил. Просто, я не знаю, давайте лайк, типа, поставим. Почему бы нет? Я дела сделал, меня чуть не убили, блин. Почему меня здесь не хилит? Это плохо. Я, блин, перки прокачивал, блин, в лаборатории и не хочет работать. Ну, потому что здесь нельзя перки делать. Много. Ой, а вот это плохо, что я здесь оказался. Ой, где заметил. Так, надо покушать. Я просто боюсь. Он террорист, понимаете? Террорист опять развелись, короче, в Майнкрафте. Только я не знаю, что они забыли в Майнкрафте. Ну, окей, ладно. В принципе, ничего страшного. Я сдох миллион раз. В принципе, для меня это нормально. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, да. Оцените видео. Давайте попробуем набрать 9 лайков, 10 лайков, да. Как бы, если наберем 10 лайков, я пойму то, что вам нравится SkyWars, да. Потому что по другим роликам 9, тоже 10 набирается. Просто вот, вроде бы, недавно вы набирали только 7, там 8. Сейчас как-то немного получше актив стал, да. Кстати, мне кажется то, что если я как бы перестану снимать ролики, как бы актив вообще упадет резко, да. И, скорее всего, так и получится. Поэтому, ребята, ну, если я не буду ролики снимать, то есть долго, то так, скорее всего, и получится. Как бы сам себе хуже сделаю, да. Поэтому буду как смогу, короче. То есть я лениться не буду. Если сел делать ролик, то буду делать до конца, да. То есть если сделал, если уже начал, то делай до конца, как бы, да. Но, в принципе, буду только не делать, если кто-то бомбить меня будет, там, не знаю, что-нибудь такое, да. Ну, в принципе, ладно, ребята, всем спасибо за просмотр, давайте наберем 9-10 лайков, и будет, наверное, ну, давайте 10 лайков и новый ролик по SkyWars. Если не набьете, то там через месяц выпущу, да, в принципе, как всегда. Всем спасибо, пока-пока! Ге, за шаги. Получи ге-ге, за шаги, ге-ге-ге. За шаги. Ге-ге. За шаги.